Приветствую, дорогие зрители. Добро пожаловать на канал Джонни Хоррор. Меня зовут Джонни. Мы с вами продолжаем проходить побочные задания и квесты в Horizon Запретный Запад, часть 2. Всем приятного просмотра и хорошего вам настроения. Так, давайте мы взглянем, куда нам что нужно двигаться. Так, у нас тут много еще побочек осталось и квестов. В принципе, можно тоже выполнить их. Давайте так и сделаем, наверное. Давайте-ка сюда вот сделаем, посмотрим, что там, какое задание нам дадут. Допадут твои враги. Сразимся вместе. Так, куда это сюда? Чужеземка Скульрута. После поражения Регалы кланы объединяют. Да, хорошо, что вещь, как так, давайте-ка сюда сходим. Элой, можно тебя на минуту? Элой, ты победила Регалу. Взлетела, как десятые. На тебе не хватит места отметить все подвиги. Ну, мы можем просто их запомнить. Да. Благодаря тебе вождь Хикара может править спокойно и строить будущее всех Тенакт. Но я не поэтому хотела поговорить. У меня есть просьба. Личная. Какая? Мой внук. Кау. И что с ним? Его нет в списках павших, а значит, он все еще среди оставшихся воинов Регалы. Его взяли в плен? Нет. Он сам вступил в их ряды. Как и многие юные воины, жаждущие покрыть кожу отметинами славы. Мне нужно найти его. Убедить вернуться домой. Вождь Хикара не может выделить воинов на это задание. И со мной... лишь мой клинок. И ты, если решишь помочь. Знаю, что прошу о многом. Ты и так помогла нам. Но Кава — мой последний родич. Так, ну, все подряд мы спрашивать не будем, потому что слишком очень затянуты разговоры у них. Я помогу тебе найти внука, если смогу. Откуда начнем? Недавно наши разведчики сообщили, что отряд Кава выходил из заставы Регалы в Южных холмах. Он туда так и не вернулся, но разведчики заметили, что там еще держат... пленницу из наших. Значит, начнем с той заставы. Освободим пленницу и узнаем, куда ушел отряд Каву. Выдвигаемся? Конечно. Идем. Хорошо. Туда. Застава недалеко. Кровь за кровь. Ну, давай. Душа, может, мы полетим? Ты неплохо сражалась. Ступай с честью. Я бы полетел бы. Мятежники без боя не сдадутся. Но она не захочет, наверное. Тогда устроим им этот бой. Они не сложили оружие после поражения Регалы. И вряд ли теперь передумают. Так я вроде всех расхреначил, в чем я тут? Нам нужно позаботиться об их пленнице, Накале. Ее удерживают уже довольно давно. Она мой шанс найти Каву. Мы вернем ее. Та, что ли, застава? А потом и Кава. Застава должна быть рядом. Ну, вроде вон там. Стой, помнится, я тут уже сражалась. Ну да. Но пленницу не видела. Тогда шанс потерян. Может и нет. Пойдем осмотримся. Вдруг удастся понять, что с ней случилось. Да, пойдем. Осмотрим. Разведчики говорят, Накалу видели привязанный к столбу. Давай осмотримся. Вон там, деревянный столб. Но Накалы там нет. Может, мятежники увели ее? Поищу следы. Так, ну давай поищем. Следы уходят от столба. И куда они ведут? Ну, туда. Кровь.
Мятежников или Накаллы? Как-то по круг сделали и все. Тупик. Нет. Думаю, под досками что-то есть. Люк. Давай руку, Накала. Ё-моё. Так она сама же могла открыть все это дело. Духовница? Капец. Это ты? Да. С тобой чужеземка? О, как ты оказалась там внизу? Мятежники подвесили меня. Думали, я выдам перемещение отряда долинников, если поджарюсь на солнце. Я сумела выскользнуть и побежала. Ушла я недалеко. Дальше помню удар по голове и вкус земли во рту. Как вы тут оказались? Мы ищем Каву. Его отряд видели выходящим из этой заставы. Да, он был здесь. Это его отряд напал на нас на дороге. Нашим удалось сбежать, но меня схватили. Кава сам привязал меня к столбу. Если ты ищешь его, духовница, боюсь, ты найдешь лишь боль. Ясно, кому он предан. Знаешь, куда ушел его отряд? Они говорили про срез воды. Тогда мы продолжим поиски там. Встретимся у среза воды, к юго-западу отсюда. Дека, если Кавва напал на ее отряд... Нет, он еще не потерян. Надо найти его и вернуть на истинный путь. Ладно, я приду. Ну а ты? Эту рану нужно осмотреть. Затянется. Я немного отдохну, а потом отправлюсь в рощу. Говорю тебе, рыжая, духовница в это не верит, но ее внук предатель. Мы пока этого не знаем. Опять у нее волосы бегают, как сами, как хотят. Так, куда мне надо? Ого, как далековато-то. Так, ладно. Там где-то верстак я видел. Давайте зайдем к нему. Посмотрим. Ну, в принципе, мне нам все полно, да? Ну да. Ладно, полетели, что. Не пойму, там что. Машина, что ли? А, да-да-да, машина. Так, ладно. Уже летать уже разучился. Какой графончик хорош. Так, ну мы почти прилетели. Ага, где-то здесь. Давайте здесь посадимся. Пора спешиться. Да. Это срез воды. Там меня должна ждать Дека. Угу, где-то здесь должна ждать. Ой, а где именно там, что ли, или что?
А, ну это чуваки, которые это... Так, ладно, я думаю... Можем... Да поди твои враги! Да, вообще ни хрена не вижу. Ищи мудрости, да прибудет с тобой сила десятых. Элой, война и правда, да направит тебя десятый. Да. Смотрите, защитница Хикару. Здесь я смогу пройти. Да, можно здесь и пройти всем. Что так далековато ждет-то, а? Я говорю правду. Послушай его, Роки. Ни за что. О. Он предатель. Дека, что происходит? Там сундук. Элой, рада тебя видеть. Это Ароки, глава среза воды. Ты та бестолочь, что записалась в защитники вождя? А ты, значит, Каву? Мой внук. А, вон. И солдат, который хочет искупить вину. Или пытается обмануть нас. Мои разведчики поймали его, когда он рыскал возле деревни. Ничего я не рыскал! А пришел предупредить! Мятежники задумали нападение, хотят послать машину на эту деревню. Я сбежал от них, когда понял, что они задумали. Вы должны мне поверить. А где сейчас мятежники? Они охотятся на ту машину к северу отсюда. Я могу показать. Ты можешь только предстать перед судом. Ты предал свой клан. И вождя. Кровь и клинки решат твою судьбу. Буду драться с кем скажете, но прежде остановим атаку. Если Кава говорит правду, вся деревня в опасности. Нам нужно остановить мятежников. Они разбили лагерь к северу от реки, рядом с утесами. Я могу показать дорогу оттуда. Хорошо. Пусти его, Ароки. Нет. Я не дам ему шанса сбежать. Он останется здесь, до самого суда. Я заплачу кровью за кровь. Я займу место Кава до его возвращения. Это ошибка, духовница. Клану нужен твой совет, а не ложь этого недоноска. Таков наш обычай. Кава пойдет с Элой. Тогда я тоже пойду. Если мальчишка не врет, мой клинок пригодится. А если врет, от меня не сбежит. Мне нужно подготовиться. Я приведу его к месту встречи. Ладно, увидимся там. Так, погоди, если что, мне надо сундучок взять. И что, захотел-то? Да не надо, я не хочу с ней разговаривать, ё-моё, нафиг она мне нужна? Их к сундук я могу взять, а? Ты хотела что-то еще? Ё-моё, нет. Мне пора. Увидимся у лагеря. Она свалит отсюда или нет? Ты передумала? Да что ты, блин. Чё за тупость какая-то. Тогда я пойду. Встретимся у лагеря как можно быстрее. Все, ладно, валим. Блин, сундук даже не дают мне взять, козлы. 346. Ну, в принципе, не особо далеко. Да не покинь. Пусть все тенак примут тебя в гордости. Уж потом дадут забрать. Козово недоделанное. Почему я не могу забрать сундук? Там мештяки, небось, которые мне нужны. Зажали. Гады. Ладно. Ладно. В принципе, недалеко, поэтому... дойдем. Блин, я же всех мятежников перехерачиваю. Что такое-то, не могу понять. Они что, тут зарождаются, что ли? Лагерь, о котором говорил Кавва, где-то неподалеку. Да я уже рядом. Там... Они должны быть уже тут. Кто-то ждет впереди. Но не Кава и не Ароки. Так, постой, постой. Не спеши. Мятежники. Угу. Опять мятежники. Друзья Кава? Друзья никого. Мы сейчас перехерачим всех чумушников. Козлодоеве. Видимо, надо разобраться с ними, чтобы пройти дальше. Ну да, походу на том. Так, ну тут бить мятежников.
Да понятное дело уже. Так, ну что ж, давайте выберем тогда что-нибудь возьмем. Что ж, ребятки. Упс. Движение! Вон там! Ловите чужака! Назад! Кажется, ты сдохнешь, козел. Вау, ну нифига, погоди. Погоди, братан. Ох ты, варюга, а. Ага. На вот тебе еще. Ух ты, тварь порывая. Хватит! Чё ты, блин, да выпендривайся. Эти мятежники устроили тут засаду на путников? Чмошник. Кава придется объясниться. Лучше подожду их сороки у костра. Так, камень не нужен. Оу. Что-то мало всего, блин. Подсумок забит, но в сумке место есть. В смысле забито? У меня ничего не должно забито. Ох, как хорошо. Ух ты, хорошо. Так, погоди, тут еще есть что-то. Как я могу пропустить это? Хорошо. Так, давайте мы сейчас глянем. Ага, здесь есть маленький ящик. Еще один средний причем. Так, больше у нас здесь ничего нету, да? Так, давайте наверх быстренько сгоняем. Ну, заберем там мештячок. Мештячок. Да куда ж ты полезла-то, а? Где наш мештячок? Мне нужен мой мештячок. Блин, что так вот далеко-то? Так, погоди, а здесь тогда что-то было. Рядом. Вон он. Так, давай сейчас-то его ближе всего. Так, часики, хорошо. И где-то он там наверху нас ждет еще один. Так. Блин, здесь. Не пойму, где он. Еще что ли выше? Не пойму. А, вот. Так, вроде как что все. Что там, да? Наверху? В смысле наверху? Что там может быть наверху? Так, ладно. Давай сейчас этих чуваков, наверное, дать. А здесь это этот ящик, который был. Ну, вроде как, да. Так, ладно, пойдемте к костру. Подождем чуваков. Встретила тут несколько твоих друзей, Кавво. Я уже не очень-то верю тебе. Это, наверное, был патруль. Клянусь десятыми, я не знал, что они будут тут. А я что говорил? Его ложь как глубокая рана. Лучше прижечь ее сейчас, пока не загнила. Нет! Я говорю правду! Развяжи его. Как скажешь. Но это ошибка. Да ладно, Качман, успокойся. А мое оружие? Если решил... Отдай ему, Арокки. Нам пора идти.
Веди нас. А он чем, голыми руками будет биться, что ли? А, ну он же качман. Че ему? Ему не привыкать. Давайте, я так понимаю, нам наверх, да? Да. Нам наверх. Блин, понятное дело, куда ж еще? Без тебя знаю, что нам наверх. Да. Куда ты нас ведешь? Мятежники стоят лагерем у водопада. Я шел этим путем, когда сбежал. Они не будут ждать, что кто-то придет отсюда. Или будут. И нас убьют, стоит там показаться. Да успокойся. Вот ты. И водопад. И ага. Там никого нет. Как я и подозревал. Пойдем дальше. Мне это не нравится. Ну не иди тогда, чё ты пошел, дурачок. Мне это не нравится. Мало что тебе не нравится. А чё ты пошел, не пойму. Странно, чё? Ну и? Куда все делись? Ни мятежников, ни машины. Ух ты. Как я и... Вон там, у водопада. Во имя десятых. Сядь ты, ё-моё. Если эта тварь нападёт на срез воды, деревне конец. Тогда мы ее остановим. Сейчас же. Веди, Элай. Так. Теперь-то ничто нас не остановит! Огонь. Хватай оружие! Мы идем на срез воды! Ага. Так, тут очень кислота много всего. Кислота разъест ее металл. Кислота. Ух, капец тут всего. Ё-моё. Так, вон там еще один чел. Так, чувачок. Чувачок. Блин, ни хрена не видно. Так, надо дальнего грохнуть. Они пока не понимают, да? Но это хорошо. Так, хорошо. Покончим с этим. Атакуйте ее! Ах ты тварь, а. Серьезно? Нифига себе. Мощный аппарат. Машина такая. Охуеть. Можно идти дальше. Черт, чё ж меня так выкинул тут далеко, а? Блин. Вот это взрывная волна. Все чуваки сдохнут. Ты, ой, ты, блин, можешь... Чё за тупое бред, а? Дай-ка сюда.
Так, где там? Ох ты тварь, а. Смотри, что делает. Задаем жару! Вообще шикардос. Металл против металла. Вперед! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ща как. Нормально. Справились. Отлично. Так, теперь я сейчас собирать надо. Да, давайте сейчас все заберем. Так. Угу. Я так полагаю, они подождут, ребята. А мы пока все соберем. Так, 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 так. Давайте еще здесь обыщем. Нам, ребята, 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 ребята. Так, пойдем туда. Так, пушка тут была. Ну, она как бы особо-то, в принципе-то, и не нужна нам. Зачем? Так, здесь. Ага, вот вижу. Вижу. Хорошо. Ты черт. Так, это надо тоже забрать. Это нам надо. Хорошо. А, я понял. Так, ага. Так. Чтобы ничего просто не упустить. Ну там тоже, да, где? Давайте здесь все обыскивать. Так, вон вижу. Угу. Так, хорошо. Так, вот здесь что такое? Ага, маленький ящик. Сам, как мог я пропустить? Так, Бэдди. А, вон там. Все понял. Так, там больше ничего нет, да? Стоп, 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 стоп. Нет ничего. Да ты чё, серьёзно, что ли? Угу. Так, хорошо, давай. Так, ну я полагаю, вот этот ящик, который я только что собрал. Ну да. Так, хорошо. Есть, конечно, собирать вот это все такое мутатень. Ну, ради таких этих. Почему бы и нет? Ну, они пока болтают, так что пока нормально к нам. Так, и где-то еще здесь я видел, по-моему. А, все понял. Так, вот здесь что-то. Да, нифига. Хорошо. Обалдеть. Такие места, конечно, я очень люблю, потому что много всего можно подобрать. Блин, что-то. Так, хорошо. Угу. Так, ясненько, ясненько. Ага. Там два чувака. Так, давайте-то здесь сейчас соберем. Вот еще. Вообще шикарно. Блин, столько денег можно на себя надыбить.
Так. Ага. Так, хорошо. Все, теперь туда идем. Угу. Так, наверху у нас ничего такого. Погоди. Емкость с огнежаром. Погоди, один пропустил, что ли? Давай, давай, наверх, наверх, наверх. Да, серьезно. А, ну там оружие. Хорошо, оружие нам не надо. Так, сорян, ребят, пропустил. Так, давайте сейчас смотримся. Угу. Вверху ничего нету. Все собрали. Так, остается только он там. Все, понял, хорошо. Не логово, да? Угу. Тихо ты, давай. Хорошо. Так, и остается у нас только здесь есть вот эти штучки. А, вон там упало, как я вижу. Да, вдалеке. Ну-ка, вот еще. А, пушка. Ну, все. Так, ну все, мы тут собрали. Пойдемте к чувакам. Так, ничего не пропустили? Не, ничего, ничего. Отлично, все, справились, все супер. Кавло, ты ранен. Выжил. Важно, что мы остановили нападение. Благодаря тебе. Сегодня ты спас многих. Идем. Вернем тебя в срез воды. А, похоже, ребра тоже сломаны. Иди вперед. Я провожу его в деревню. Ладно. Скажу Деке, что случилось. Так, хорошо. Давайте тогда быстренько переместимся. Чего же мы там будем? Так, как нам увеличить? Ага, вот здесь. Хорошо. Следуй зову чести. Я набрала достаточно медалей в охотничьих угодьях, чтобы... Сладимся против Риксмер в бою. Вот это настоящий бой. Как... Похоже, Регала на... Да воссияет твой клинок. Моя доблесть нас вдохновляет. Элой, я видела твои подвиги в роще. О. Ну и? Трое ушли, вернулась одна. Что случилось? Кавва говорил правду. У мятежников был бегемот. Кавва ранили в бою, но мы остановили нападение. Ароке... Сожалеет, что сомневался. Твой внук доказал свою честность и смелость, духовница. Он верный долинник. Так ты его отпустишь? Он заслужил свободу. Но чтобы вернуть доверие всего клана, ему придется постараться. Я готов на все. Спасибо, Элой. Спасибо. Срез воды у тебя в долгу. Возьми это в благодарность. Спасибо.
Как поправишься, я столько всего тебе покажу. С возвращением. Круто. Так, давайте-ка мы все, то, что нашли, продадим. Куда тут вообще идти? Так. Сюда, походу, дело. Я видел, как ты тренировал круги. Подходи, поторгуем. Моя сила, твоя сила. Так, возьмем, поторгуем. Продадим. Ресурсы, да? Да. А тут что у нас баба мало вообще? Так, окей, крутяк. А, и ресурсы купим. Что можно купить? Окей. Достаточно ресурсов. Теперь ты заявишь о себе. Так, 663. Так, давай-ка так сделаем. Угу. Купим. Ой, не купим сейчас. Это мы заберем. Давай у тебя купим. Ресурс, который нам нужен. Или у нас все, в принципе, полно. А, ну, в принципе, не надо. Так, а что у нее еще есть? Одежда, оружие. Так. Охотничный лук искателя. Это славный лук, но держатели в руках лишь немногие избранные. Он наносит дополнительный урон и сбит с ног врага. И может быть улучшен для использования более эффективных морозильных охотничьих стрел. Ну, в принципе, неплохо, да. Миномет собирателя. Фига себе, 108-144. Ну да, хорош, конечно. А что у нас по одежде? Какая-то хрень, если честно. Серьезно? Так, ладно. Тебе ничего не нужно? Я уж тебе все купил, блин, что ты мне подтуплюешь тут. Так, мы можем, кстати, вкачать, да? Давай, почему бы нет? Ага, круто. Так, хорошо. Что можно еще? А, здесь ясно. Так, это у нас что такое? Взрыв. Небесный удар. Давайте, кстати, почему бы нет, улучшим. Вообще отлично. Так, понял. Почти все покачали. Так. Здесь. Так, а здесь что? Ну да, почему бы нет. Угу. Ясненько. Хотя можно было и не улучшать эту фигню. Все равно не пользуюсь, в принципе. Ну, это такие слабенькие, которыми я вообще не пользуюсь. Так, ну вот этот, в принципе, можно прокачать, я так полагаю. Давайте его вкачаем. Пусть будет. Хорошо, ладно. Улучшение одежды. Опять то. Так, а здесь у нас получается хвостовой пыльник зубов скала. Болт из панит бронезуба. Ясненько. Угу. Окей. Так. Купить ничего не надо по ресурсам. Нет ничего. Продать, мне ничего нечем продать. Все. Не трать попусту мое время. Так, ладно. Слава десятым. Мой клинок служит. Ты летала на крыльях десятых. Так, давайте сохранимся. Ты неплохо сражалась для чужеземцев. Так, хорошо. Давайте, ребята, на этом моменте мы закончим сегодняшний стрим. Спасибо, ребята, за просмотр, за лайки, за подписку.
Подписывайтесь в ВК, там все новинки игр, новостей и прочее. Увидимся на следующем стриме. Пока-пока.